Так, здесь у нас всякие штучки, крестючки интересные. Обучение тарологии, хиромантии. Обучение у Наталки. Живые мандалы, пожалуйста, вот прямо творчество Ирены Солнечной. Можно найти ее в интернете. Вот ее контактный телефон. Можно ей позвонить. Но лучше прийти на Видалайф фестиваль, пообщаться, повзаимодействовать. Так, все это керамика, глина, ручные работы, красота. Столько всего здесь. Сколько всего здесь вкусненького. Люди отдыхают. Поели. Поспать можно даже. Все отдыхают. Погодка шикарная. Даже солнце не бьет. Нормально. О, великие преданные. Харибол. Кушают мороженое. Не боятся холода. Там сцена. Вечером будет хороший концерт. Всем привет. Приходите на Видалайф фестиваль. Московский Северный мост.